Областной конкурс «Учитель года» завершен. Победителем в этом году стал учитель химии Ульяновского 101-го губернаторского лицея Тимур Артыков. А тех, кто по праву занял пьедестал почета, расскажет Татьяна Дудина. В этом зале собрались лучшие учителя области. Они из разных уголков региона, преподают самые разные предметы. Взять тройку победителей. Анна Курицына, учитель истории с Тимасской школы Вишкаемского района. Здесь немного учеников и небольшой педагогический коллектив, но боевой. И впереди всегда Анна. Она участница многих педконкурсов. Второе место у Рустама Айнулина, учителя физики 52-й Ульяновской школы. Молодой, креативный, пример для подражания всех старшеклассников. Этой тройке нелегко дали призовые места. Их многому научили пандемийные времена. Из них они извлекли яркие образы доходчивого донесения материала. Это и вкрапление видеороликов, это обращение к интернет-страницам своих коллег из других регионов. Это педагогическая копилка. Если мы раньше могли наблюдать документы Word, в лучшем случае презентацию в PowerPoint, которые демонстрировали бы педагогическую копилку того или иного участника, то сегодня это уже уроки, записанные на профессиональной телестудии. Такие телестудии есть в педагогическом университете, в техническом университете. Победитель конкурса Тимур Артыков, учитель химии. Согласитесь, в кабинете, где ставят опыты, легче завоевать симпатии жюри, нежели, допустим, на уроке математики. Но Тимур Борисович утверждает, что обошелся без мастерства факира. Если мы говорим о конкурсном уроке, мало того, чтобы что-то зашипело, что-то было яркое, феерическое, взрывное. У конкурсного урока все равно сохраняется главное. Я должен своих учеников научить, обучить и воспитать. Даже на одном уроке элемент воспитания он всегда должен сохраняться. И судя по первому месту, Тимуру Артыкову удалось добиться главного, что подтверждают и его ученики. Когда Тимур Борисович заметил, что я увлекаюсь химией, он начал со мной индивидуально заниматься, различные задания разбирать, предлагать различные олимпиады. И тем самым я добилась определенных успехов в химии. Впереди учителя химии всероссийский конкурс. О победе в нем говорит с осторожностью, о поддержке в родном коллективе с твердой уверенностью. Готов, потому что чувствую за своими плечами надежную команду 101-го губернаторского лицея. Татьяна Дудина, Дмитрий Емельянов, Михаил Державин, Вести, Ульяновск.